А вот съедобный борщевик. Как его отличить? Листья, видите, как на кленовые похожи. Вот, немножко кленовые напоминают. И вот, ищем там самые нежные серединки. Вот так вот. Во, вот это мы и будем варить. Я пока сюда кладу сверху. Вот это я и хотела на самой ранней стадии. Все эти росточки. Это самое вкусное. Их еще долго можно будет, месяц целый собирать. Вот такие вот пеканчики. Молодые, хорошие дудочки. Это дудочки такие. Вот вылазят они. Так, вот. Еще. Опа. Можно и эти, конечно. Они тоже нежные. Вот они. Борщевик съедобный. Вот. Видите? Я всегда беру самые нежные части у растений. Поэтому, когда люди говорят, что дикоросы невкусные, ну, надо брать самые вот самые свеженькие, самые хорошие части. Вот видите, я беру свежие, серединки, не вот эти грубые. Хотя их сварить они тоже нормальные будут. Вот еще раз показываю. Борщевик съедобный. Какие у него листья. Вот такие вот кусты. И вот мы берем самые серединки. Откладываем. Самые-самые молодые, самые сочные берем. Вот такие вот центральные самые. Вот. Самый. Ну, надо с ножом. Так руками не оторвать. Вот следующий куст у нас перед нами. Вот следующий кустик. Тоже берем. Вот я беру из пазов вот эти молодые. Ну, они еще только начинают, но я все равно. Вот и даже молодые листики вот эти беру. Так, вот сюда на лопух пока что. Вот такие вот мягкие, сочные. Ой, прям тут соловей поет. Соловей прям тут.